Эй, 10 бутылок! 10 бутылок с собой! Я заплачу! Не-не-не, я заплачу! Тогда я в следующий раз. Эй, йо! Кто водит синюю Хонду седан? Нужно перепарковать машину, она блокирует выезд. Уточнение. Капот зеленый. Остальная тачка синяя. Не хватает колпачков на колесах. Парковочные талоны на стекле все не оплачены. Страховка на машину просрочена на 4 года. И мусор на пассажирском сиденье воняет через маленькую щель из-за того, что окно не закрывается. И зловоние циркулирует вокруг машины. Перенести ее и все. Да, давайте этот вопрос перенесем. Так, еще инфа. Там куча одежды, видимо, этот человек прям живет в этой машине. Если вы видите тут бездомного, то скажите ему, пожалуйста, что ему нужно перепарковать свою машину. Эй, слушай, если ты водишь Хонду, ничего страшного. Мы все там были. Мы все водили Хонды, правда же? Нет, если у тебя такая машина, тебе здесь даже быть-то не должно. Да, но может быть ты купил себе эту Хонду, потому что тебя папа бросил 8 лет, и не было никого, кто может тебе помочь, и денег не было. И на все, что у тебя было, ты купил эту Хонду и отправился в Лос-Анджелес за своей мечтой, не зная, как же будет тяжело. Но мне-то плевать, это же не мои проблемы, давайте продолжим вечеринку, где мои 10 бутылок, эй! Да я главный в этом клубе, я тут все руковожу. Так, последний шанс. Кто здесь может перепарковать этот кусок мусора? Или перепаркуешь, или его вывозят. Дай сюда. Эй, я водитель эвакуатора. Хватит с меня. Чья бы это ни была машина, сейчас же ее перепаркуй. Или я выпишу тебе штраф $500 и увожу на полицейскую стоянку этот кусок мусора. Увезите ее уже. Увози, 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 увози. Стойте! Я знаю, чья это машина. Это его! И как хороший человек, я перепаркую его машину. Хоть она не моя. Я на такси, у меня нет машины. Ты что сказал? Он пьян, этот таксист пьяный. Пойду его машину перепаркую. Эй, это моя машина, моя машина! А перевёл и озвучил виски. Ага.